Друзья, всем добрый день. Вы опять на моем канале. Мой канал называется Елена Ермакова. И сегодня у нас 7 декабря 2020 года. Мы приехали на горячий источник. И покуда шторм, потом позже я вам покажу, какое море. Ну, море развелось очень сильно, Азовское море. Вот. И на горячем источнике, конечно же, мы приехали сюда, чтобы покупаться. Вот. Показываю вам. Люди выходят красненькие, греются. То есть купаться можно. Купаться будешь? Да. Да, мы проехали 300 чем-то километров для того, чтобы искупаться в источнике. Ну, дальше мы покажем наши процедуры. Но чем хорошо здесь, вот хочу сразу сказать, чем здесь хорошо. Летом мы вам показывали, сколько здесь было людей. Здесь были и песни, и пляски, и все пели, и танцевали. Сейчас же здесь спокойно можно возле трубы улечься, погреться, как положено. Ну, не больше 20 минут врачи рекомендуют. Поэтому я думаю, что минут 20 погреемся. Ну, минут полчаса. Минут полчаса мы погреемся, и все. Водичка прелестная. Конечно, воды меньше, чем летом. Я смотрю, труба. Лежать будем только под трубой. Одеваем шапку, как положено. Вот, набрали баклажек. Будем дома процедуры проводить. Шапки, вот. О, шапку, обязательно шапку, потому что ветер очень сильный. Ветер, шторм. Штормит. Азов штормит. Мы слышим такой вот шум, гул. Ну, гул настоящий. Так, первый пошел. Расскажи впечатление. Холодно? Уши закрей. Друзья, мы находимся на Арбатской стрелке. Сейчас мы едем из горячего источника со Счастливцева в сторону Геническо. Вот это вчера, говорят, вчера был шторм 50 метров. 50 километров в час. Ветер был такой. Сегодня ветер тоже очень сильный. И здесь никогда не было воды, мы проезжали. Вот дорога, мы стоим, и вот это так разлилось. Вот столько воды сейчас здесь рядом мы едем. Мы сейчас поехали. Рядом дорога, вот мы проезжаем, эта дорога, и вот здесь уже вода. А море буквально вон, ну, море, да, если посмотреть, так вот за теми столбами море. И вот оно сюда добралось.
Вот так вот зимой, зимой оказывается, он шторм. Надо чуть-чуть притормозить. Да, мы на море не пошли, потому что ветер очень сильный. Ну, невозможно устоять на ногах. Вот какой разлив. Летом море ласковое, зимой опасное. Впереди тоже. Как говорится, без комментариев. Зима есть зима. И дальше даже нет дороги. Сейчас покажу. Так, чуть-чуть притормаживаем. Притормаживаем, и я показываю этот разлив. Вот это вот дорога. Дорога. Плывем. Арбатская стрелка зимой. Ну, тут бише воды было.